Всем привет! Рада видеть вас на канале Про Цветы. Сегодня, 7 числа, я в материке, который находится на Каменной Горке. И вот та, наверное, ожидаемая поставка орхидеек. Сразу скажу цены: по 43 рубля и по 29. Мультифлорки по 29. Сейчас покажу, что привезли. На самом деле уже есть одно видео в профиле с другого материка. Очень похож завоз. Видно, что одного и того же поставщика. Вот такие вот мультифлорки. На самом деле интересные, потому что вот кажется, да, один сорт, но посмотрите. Скорее всего, он так вот по-разному раскрывается. Они, видите, сняли упаковочки, этикетки точнее. На некоторые цветы можно вот вблизи посмотреть. Такая вот розовая, нежная. По корням очень по-разному. Есть прям хорошие, сочные, такие раскуклившиеся. Есть чуть-чуть не очень. И эту партию я вам, считайте, уже показывала в другом магазине. Но где-то, знаете, как обычно, чуть больше, чуть меньше какого-то одного или второго сорта. Сейчас покажу. Да, сразу озвучиваю. Есть мутанты, можно приехать забрать. Вот я видео только приеду, сразу публикую. Бегите, забирайте своих красоток. И вот в том завозе тоже была Dusty Bay. И здесь она тоже, видите, одна. Но, видите, цветонос из точки роста. Да, хотела вот похвалить, что целых 4 цветоноса. Но, видимо, перекормили на ферме, и она немножко мутировала. Также вот еще одна здесь стоит, есть. Возможно, она, знаете, не одна, будут доставляться со склада, потому что место орхидеями вот занято, там стоят. Тут стоят, там еще одно место, где стоят. Пройдусь, покажу. Вот это хорошее. Вот эту можно приехать забрать. И ту можно забрать, если вам не лень ждать, пока там, да, она даст деточку. Вот, тоже такой вот интересно просвевший сорт. Это тот же самый, который вначале показывала. Так, по Dusty Bay, вот вижу, еще одна стоит, уже не буду доставать. Но тоже есть. Как обычно, есть белые. Тоже мультяшки. И вот то, о чем я говорила. Уценили то, что было из прошлого завоза. Так что, если кто-то хочет забрать, самое, наверное, время. По остальным вот, я еще раз пройду. Но опять же говорю, все очень похоже на прошлые завозы. Вот буквально есть такое вот отличие. Еще одна розовенькая, да. В остальном супер-супер похожи. Это те, что по 29 рублей. Пойдемте, начну показывать, потому что их очень много, по 43 рубля. Вот тут стоит стеллаж, можно будет, да, поискать. Но я хочу немножко подойти к тому стеллажу, который покрупнее, где вот мы сможем с вами рассмотреть орхидейки. Все еще пафики стоят по 79,50. Вот тут целый ряд. Почему не приближаю? Потому что все сорта одинаковые. Тут, ну, 5-6 сортов. И вот их привезли и оставили таким вот образом, чтобы вы могли их наблюдать. Но я хочу приблизиться тому стеллажу, который, ну, я не знаю, наверное, очень редко выставляют. Но там зато можно будет рассмотреть орхидейки поближе. Так-с, вот и он. Видите, сколько здесь? Я не знаю, сколько. Если смотрят работники магазина, вы сами подскажите. Вот здесь есть мутантик, причем он не один. Вот, если заходите в магазин, стеллажи начинаются, вот здесь вот такой мутантик. Здесь не полная мутация, на противоположной стороне, вот там вот точно с этой же, скажем так, в этом же расположении, с краешку стоит вот такой вот пилор. Причем там даже более закрепленная мутация. Давайте обойду, покажу. Вот, вам напоминаю, что видео я приеду, сразу же выложу. Вот, поэтому... Вот он. Поэтому можете приезжать, забирать по моей наводке. Ставьте, конечно, лайк, подписка на канал, само собой. Посмотрите, какой шикарный, да? По корням. Нормально, по корням. Зеленые. Не так много, но, я скажу, живое растение. Конечно, надо бы шею там посмотреть перед покупкой. Ну, посмотрите, какой красивущий. И что вот мне нравится, что крупный. Прям крупный, знаете. Есть у меня маленькие пилоры дома, а этот прям такой, ух, вот нарбона рядом с ним, рядышком стоит, скорее всего она, давайте посмотрим, ну, похоже, да, на нарбону, у меня дома была,
Ну, прям она тут живет. По корням, ну, подсохли. Но я думаю, если напитать влагой, будет очень даже. Розетка не сильно крупная, такие мелкие, я бы даже сказала, листочки. Ну, вполне себе приемлемы. Кстати, опять же прошу, напишите название этого сорта. В этой поставке очень часто попадается в мутантах. И посмотрите, тут копаться, не перекопаться. Я думаю, можно будет еще кого-то урвать. Просто что я вглубь так не полезу. Но вот я вам показала две точки, где стоят мутантики. Давайте еще желтые просят показывать. Тут такой с малиновой. Даже сверху частично с неоновой губой. По состоянию, ну, тоже хорошие. Это Нидерланды привезли поставку. Калейдос поставщик. Не часто они их привозят. Но, честно скажу, хотелось бы прям какого-то разнообразия. То есть вот сортов мне лично хочется больше. Потому что вот несколько Нарбон на поставку. Ну, то, что несколько мутантов, это само собой. Я вам в целом всех и показала. Опять же, здесь я не забираю никого. Вот приезжайте, сами забирайте. Для вас специально снимаю. Да, за старание, как говорится, лайк. И вот вроде как и минус то, что мало сортов, но с другой стороны, вот если вам один сортик приглянулся, вы спокойно приезжаете и из сотни растений выбираете то, которое вам понравилось. Кстати, вот иногородние ребята, как у вас, поставки такие же, не такие же? 43 рубля это много для орхидейки или мало, на ваш взгляд? Вот, кстати, если не в мутации, то цветок вот тоже вот такой, вот розеточка средняя, много места занимать не будет. Цветок, ну, такое где-то, когда маленький, понятно, раскрывается еще мелкий, дальше там, ну, на 6 сантиметров максимум. То есть и не крупный, и не мелкий, хорошенький. Давайте еще розовенькую вам зацеплю, покажу. Вот такая вот. Я думаю, еще вот сюда, кстати, ставить могут. Возможно, еще что-то на складах хранится. Розовая с губой такой шикарный. Тоже корешки хорошие. Вот сейчас самый сок взять, пока их не залили, да, не перелили. Вот будет прям хорошо. Есть вот такая вот розовая. Хочется еще какой-то вот сорт, понимаете, достать. Но очень-очень уже не похожие, считайте, даже идентичные. Так, вот ее же поближе, да? С обратной стороны немножко более бледная. Ну, корешки хорошие, но вот какие-то паучки есть. Надо уже рассматривать конкретно, какой вредитель. Как я обрабатываю, я показывала видео на канале, как говорится, никто не проскочит мимо. Вот. Хочу еще вам желтенькую достать, немножко другую. Вот. Такая, ну, такая более, знаете, нежная. Ну, корни тоже стандартные для этой поставки. Но сама такая тоже интересная. Вот если сравнить, видите, может показаться, что они похожи, но вовсе нет. И форма цветка другая, и цвет. Даже цветопередача на камере видна, что иная. Ну что, выцепим мы кого-нибудь еще такого новенького или нет? Как я говорила, поставка вот огромная. Смотрите на это. Просто гигантское количество каких-то растений. Но похоже. Тут прям надо заглядывать, но честно, возможности такой нет, потому что растения стоят плотно. И прям не хочется их вынимать из горшочков. Прям такой большой обзорности не выйдет. То есть, когда будут разбирать их, то есть пришел человек, забрал, подставили, которые сзади стоят поближе, опять забрал, подставили. И таким образом, конечно, можно будет высмотреть что-то. Я уверена, тут еще и мутанты есть. Просто надо искать. Ну вот в палетке сколько? 3, 4, 5, 10 растюшек. И некоторые стоят отдельно. И вот это немножко затрудняет. Хотя, видите, уже даже пустые ячейки появляются. Хотя я вот только-только к завозу и приехала. Спасибо тем, кто пишет, что уже завозы есть.
Вот. Можете писать мне в Инстаграм, чтобы я сгоняла. Если мне будет получаться, я, конечно же, буду подъезжать. Ну, вот много вот этих желтеньких, прям, знаете, не стыдно подарить. И розетка небольшая, места много не займет, и по корням более-менее нормально. И сам цветок такой, как я называю, вандообразный. Хорошая форма, интересная. Можем еще пройтись, тут покажу. Ну, хотя вот, знаете, вот несколько стоит одного сорта, о котором я вам говорила, Нарбон. Так что, если прям именно ее хотите, я думаю, можно приезжать даже чуть попозже. Да, то есть, если вот вы не сразу сорветесь после того, как я вам видео опубликую, можно чуть попозже, потому что в целом есть. Вот так вот зайдете, посмотрите и заберете. Вот тоже немного их поставки, такие вот яркие, классические сортов. Говорю, сразу нет, вот на горшочке ничегошеньки нет. Я думаю, он еще чуть-чуть подрастет после распуска. Даже вот как плюс-минус вот такой вот должен быть крупнее. Иногда, знаете, хочется вам показать что-то. Кажется, ну вот может это тоже мутантик, да, но по факту это просто в распуске находится цветок, видите. Это не три губы, это не мутант. А когда такая большая поставка, ну, то и дело, ты что видишь вдалеке, но доставать иногда нет смысла, потому что просто разрушишь эту конструкцию. И так максимально все аккуратно, потому что здесь, видите, они прям стоят без этих вот подставочек, да, без держателей. Вот. Ну и беленький тоже там спрятался. Ну, беленькая такая классика, вечная классика. Хотя я люблю больше белые не с желтой губой, а именно с белой. Напишите в комментариях, какой сорт вам больше всего в этой партии понравился. Вот, дальше еще проскочим. Глянем, может, там еще что-то интересное есть, что так быстро с вами прошли. Но нет, вот я опять смотрю, те же самые сорта, что я вам показала. Здесь не так далеко расположено, тут несколько рядов растений. Прям если что-то понравится, нужно будет тянуться. Прям тянуться, доставать свою красоту. Вот такой вот у нас был обзор, так что приезжайте, забирайте все, что вам понравилось. Кстати, вот, видите, тут уже постарше цветочек, так прям крупный. С вас подписка на канал Про Цветы. Всем хорошего дня и до скорых встреч. Пока-пока!